Boeing 757 – это узкофюзеляжный пассажирский самолет, который предназначен для рейсов средней протяженности по общепринятой классификации. Производился с 1982 по 2004 годы на заводе в городе Рентон, штат Вашингтон, США. За все время было выпущено 1050 штук. Цена единицы в 2012 году составляла 65-80 миллионов долларов США, в зависимости от модификации. Несмотря на то, что модель получилась очень удачной по всем параметрам, время неумолимо идет вперед, Boeing 757 был снят с производства. На смену пришли современные модификации Boeing 737, которые являются более экономичными, что особенно важно, и комфортными для пассажиров. Они могут достойно конкурировать с аналогичным по классу и году появления на свет аэробусом А321, что у Boeing 757 уже получалось не очень. Длина 47,32, 54,47 метра, размах крыла 38,5 метра, ширина фузеляжа 3,7 метра, высота 13,56 метра, крейсерская скорость 850 км в час, пустая масса 58,39, 64,11 тонны, максимальная взлетная масса 115,9, 123,6 тонны, пассажировместимость до 200-228 или 243-280 человек, максимальная дальность полета 7275 км. Схема салона самолета Boeing 763 Azure Air – крупнейшая в России авиакомпания из числа специализирующихся на чартерных рейсах. Azure Air имеет в своем флоте 19 самолетов марки Boeing. Помимо прочих моделей, это 8 экземпляров модели Boeing 757. А именно модификации 757-200. В просторечии 200-й. Конкуренты, например, другая чартерная авиакомпания, Royal Flight, тоже отдают предпочтение данной модели. Она отличается увеличенной длиной фюзеляжа и, соответственно, большим количеством пассажирских мест, чем у базовой версии. Интересно, средний возраст составляет без малого 20 лет. Самому новому самолету 16,2 года, самому старому 24,5 года по состоянию на июнь 2018 года. Непосредственно в Azure Air поставка техники была осуществлена в декабре 2014 года. Данные воздушные суда используются на условиях лизинга. До этого самолеты работали в различных авиакомпаниях по всему миру, но последний, до Azure Air, эксплуатанту всех один, это компания UTR Россия, которая вообще отказалась от машин данного типа. Схема салона самолета Boeing 737-800 Azure Air. Основа бизнеса Azure Air – это чартерные перевозки, главным образом, туристические, по заказу своего владельца, туроператора Anex Tour. Для таких рейсов характерен отказ от излишеств, которые в том числе заключаются в наличии бизнес-класса. Главное требование – снизить стоимость перевозки и, соответственно, туристического продукта, путевки, в комплексе, при этом обеспечивая требуемый действующими нормативами уровень безопасности. Именно поэтому у всех самолетов компании, включая Boeing 757-200, схема салона Azure Air предполагает только один класс – экономический. Количество кресел в данном самолете составляет 238. Больше при таком количестве аварийных выходов устанавливать нельзя. Компоновка 3 плюс 3 секунды проходом между этими тройками. Количество рядов 40. Передний туалет расположен, как у большинства самолетов, в носовой части. Важно, еще два туалета находятся не в хвосте, как обычно бывает, а в середине салона. Это нужно учитывать при выборе места. Салон самолета Boeing 757-200 Azure Air поделен на три части, между которыми аварийные выходы. Но шторок, дверей или других разделяющих конструкций не предусмотрено. Ряды 1-10, общее количество мест 60. Считается наиболее комфортным среди трех. Схема салона самолета Boeing 767-300 Azure Air ряд 1. Красный на плане интерьера, то есть относится к категории Azure Space. Получить места здесь можно только за определенную плату. Действительно, пространство для ног больше, чем стандартно, однако сидеть придется, смотря только в стенку серого цвета. Некоторым пассажирам это может быть неприятно или некомфортно. Кроме того, столики расположены в подлокотниках. Забывать о наличии туалета перед носом тоже не стоит, ведь это комната - источник очередей в обе стороны, а также специфических звуков и запахов. С другой стороны, откинуться спереди никто не сможет.
Поэтому места первого ряда являются в целом противоречивыми, особенно учитывая необходимость доплаты. Обратите внимание, если перегородка не мешает, можно выбрать. Только лучше запастись гаджетами или книгой, чтобы как-то развлечь себя во время полета. Ряд 10. Спинки сидений заблокированы в одном положении, близком к вертикальному, и не очень комфортном. Откинуть их нельзя никаким образом из соображений безопасности, чтобы не уменьшать пространство запасных выходов. Просидеть много часов в таком положении и поспать — та еще задача, для многих подчас невыполнимая. Объективно, не самые комфортные места. Салон 2. Ряды 11-30. Общее количество мест 114. Эта часть фузеляжа Боинга 757-200 компании Azur Air расположена над крыльями, поэтому при попадании в зону турбулентности трясти здесь будет заметно меньше. Зато шум двигателей слышен очень хорошо, они ведь висят под крыльями. И есть немало людей, которым этот гул очень мешает. Ряд 11. У самолета Boeing 757-200 на схеме салона данный ряд выделен красным цветом. Это значит, что места относятся к типу Azur Space, регистрация на них платная. Особенно удобно, что в этом ряду не по 3, а по 2 кресал VSEDI, для тех, кто путешествует парой, это отлично, не будет мешать третий человек. В подлокотниках столики, больше их установить негде. Места для ног действительно очень много, можно комфортно расположиться. Но загромождать пространство на полу категорически запрещено, всю ручную кладь нужно размещать только на закрывающихся полках над головой, о чем напомнят стюарды. Внимание! У аварийных выходов нельзя сидеть следующим категориям пассажиров: беременным женщинам, детям и пассажирам, летящим с детьми, сильно больным, как физиологически, так и психически, пожилым людям, тем, кто не владеет русским или английским. Важно, в случае нештатной ситуации пассажир должен будет следовать командам экипажа и быстро открыть дверь наружу, а она весит немало. Каждая секунда может стоить кому-то жизни, и это не метафора. Ряд 12. Перед местами АЭФ у иллюминаторов Боинга 757-200 авиакомпании Azur Air отсутствует кресло 12 ряда из-за дверей аварийного выхода. Здесь можно очень удобно вытянуться, но только тем, кто внес соответствующую плату, так как эти места отмечены на схеме красным, а значит, входят в группу Azur Space. Ряд 30. Весь он нежелателен для регистрации по двум причинам. Спинки сидений нельзя откинуть, такой механизм не предусмотрен. А сделано это потому, что ровно позади кресел находятся сразу два туалета. Таким образом, дверцы будут хлопать постоянно, из уборных непременно будет тянуть не самыми приятными запахами, ну и о звуках забывать не стоит. Сидящие у прохода непременно будут запачканы проходящими мимо. Обратите внимание, объективно ряд номер 30 – это худшие места при такой конфигурации Боинга 757. Ряды 31-40 – всего 60 мест. Уровень комфорта можно назвать приемлемым. Ряд 31. Благодаря аварийным выходам имеет повышенную комфортность. Предъявляемые к пассажирам ограничения такие же, как и для ряда номер 11. Ряд 40. Во многих современных авиалайнерах за ним находятся санузлы. В случае с самолетом Boeing 757-200 Azur это не так. Но спинки кресел все равно заблокированы, потому что сзади находится бортовая кухня. Соответственно, шум и запахи все равно будут, но другие. Кроме того, стюарды могут мешать тележкой с бортовым питанием, которая занимает весь проход. Но есть и преимущества. В первую очередь, это близкое расположение к двери выхода. Покидать самолет по его прибытии с ряда номер 40 очень удобно. Обратите внимание, аэрофобам стоит знать тот факт, что по статистике большинство выживших в авиакатастрофах находились именно в хвосте салона. Тем, кто боится летать, стоит выбирать именно заднюю часть. В этом случае психологический полет будет перенесен более комфортно. Места Azur Space находятся у аварийных выходов, поэтому на них куда комфортнее. Свободного пространства предостаточно, чтобы не тревожить сидящих рядом пассажиров, даже если нужно выйти со своего места. В Боинге 757 данные места располагаются на следующих рядах: ряд 1, весь, ряд 11, BCDE, ряд 12, AF, а также весь ряд 31. Цена за данные премиум места на июнь 2018 года составляет 1500, 3000, 3500 рублей в зависимости от продолжительности полета. Оплатить можно при регистрации онлайн или в аэропорту. Услуга предоставляется только при вылете из определенных воздушных ворот, расположенных на территории России. Все остальные места доступны для регистрации без какой-либо доплаты.
Boeing -757-200 не самый свежий, но достаточно популярный самолет в нашей стране. Кроме чартерных авиакомпаний, его также используют компании, специализирующиеся на регулярных рейсах, например, Вимавиа. Бизнес-класс у Azure Air отсутствует, но есть как лучшие места, так и те, на которых комфорт минимальный. Большинство мест у Azure Air доступны без дополнительной платы. Более того, никто не будет рассаживать пассажиров, летящих вместе. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.